карагандинских колониях обнаруживать подкопы помогают лошади. Заключенные изобретают все новые способы побегов и получения запрещенных предметов. А сотрудники исправительных учреждений – новые способы обнаружения этих ухищрений. Времени у осужденных много, фантазии тоже. Перебросом сотовых телефонов и наркотиков сейчас мешают высокие заборы, побегам – запретная зона. Но арестанты придумывают все новые способы. Периметр ограждения охраняют военнослужащие. Чтобы предотвратить попытки побегов, они совместно с сотрудниками режимного отдела проводят обходы запретной зоны. Лошадь помогает найти подкопы и оседание грунта. Эти животные отлично чувствуют пустоты под землей. И если отказываются идти, есть повод обследовать участок. На участке номер один – плита 7-6, обнаружен подкоп, пустота. Вот сейчас проверяем. Принял, направляю группу. В регулярной основе проводится комиссионное обследование инженерных средств охраны с помощью лошади, так как лошадь не наступит, где имеются провалы и подкопы под землей. По словам сотрудников уголовно-исполнительной системы, такая практика сейчас используется во всех колониях Карагандинской области. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.